Я тебе говорю, мы находили фотки гробов. Я хочу бежать, пожалуйста, в окно, пожалуйста, в окно. С другой стороны снимаю. Так, ребят, полиция уезжает, нам удалось с ними договориться. Просто предупреждение, ребят, реально, просто предупреждение выписали и все. Как я напугалась. Я вам скажу еще, мы нашли тут проход в еще одно здание. Мне подписчица писала. Ты писала по поводу этого? Мне писала подписчица, причем, что тут есть не только одна заброшка, тут есть еще одна, куда мы можем сейчас пойти. Но прикол в том, что они нам сказали... Уходить отсюда, все, типа. Не, нам просто очень повезло, что мы, во-первых, смогли договориться, это первое. Во-вторых, если мы тихо, как бы мы можем зайти туда, очень аккуратно, во второе здание. Попасть туда надо в любом случае. Мы по-любому должны зайти туда. А вы знаете, куда идти? Да, я знаю, я видел проход. Погнали. Подошли мы, ребят, ко второму зданию. Как вы слышите, птички уже поют, как бы на улице потихонечку светлеет. У меня такая нормальная тревога внутри, в особенности после полиции, как бы... Добро пожаловать! Очень воняет мочой, он как будто живет, сыт, срет. После того, как мы ушли от мусоров, вы должны все здесь как бы осмотреть, абсолютно все, так, в любом случае. Стоп, ну тут просто... Стены нет, смотри, снимай. И диван отличный. Ну а как вам такой диван называется на релакс? Диван, конечно. Мне кажется, здесь что-то типа делают. Здесь станки вот. Я нашел станок. Почему станок такой здоровый? Мне кажется, он, ну... Так, телевизор. Крупненький такой. Чисто. Слой путь, ага, чисто. Тут обои, сразу же понятно, что кто-то живет, но как бы ничего интересного, как будто бы... Что здесь такое? Это цемент, нет? Сейчас посмотрим, я не знаю. Ты вот так, понял? Макс, возьми на этот и вот так по зубам разотри. Чувак, смотри, это что? Вы не хотите реальный контент? Пардон. Ну что это такое твердый песок? Короче, это неинтересно максимально. Я его поднимал. Ребят, не надо громко, пожалуйста. Блять, ебанутый что ли? Господи. Я сейчас жестко испугался, я вообще тебя там не ждал. Я уже ко всему готова, видимо. Скажи правду. Короче, мне стрёмно первым. Это... Погоди, это квартира. Это жилое, да? Ребят, смотрите, тут как квартира. А, это квартира. Это реальная квартира. Тут прям, смотри. Тут прям мусор. Посмотри сюда. Она свежая. Посмотрите. Косточка свежая, мокрая. Да? Посмотрите сюда. Я сейчас покажу. Господи, тихо. Смотрите сюда, ребят. Посмотрите сюда. Внимательно. Она мокрая, свежая. Я тебе говорю, тут кто-то живет. Как будто. Она мокрая, свежая. Ее недавно похавали. Погоди. Кого? Косточку-то вряд ли хавали? Это от персика, наверное. От персика, да. Жесть. Там ничего нет. Тут какой-то заброс... Смотри, банки. Тут есть? Ничего нету. Здесь, да. Тут какие-то алкаши тусуются, мне кажется. Будет все равно... Банка с едой, с какими-то... С кофе. Ролтон. Ну, тут, короче, как будто бы прям вот-вот. Слышь? Живут. Ребят, чердак. Ваня. С ума это, боже. Чувак, залази, просто залази. Блять, а вдруг там... Залази в чердак. Давай. Лезь, давай. Бля, мне стрём, вдруг там алкаши какие-нибудь. Давай. Блять, стрёмный пипец. Дай я залезу. Давай, Максим, тогда. Давай я залезу прям туда до конца. Тут ничего нет. Там как будто трупак лежит. Давайте я. Дай, ты залезешь туда сама? Да. Давай. Я с фонариком, снимай меня.
Ух, пиздец, Прозер. Стальные яйца. Да, тихо, держите лестницу. В общем, ребятки, я залезла на чердак, правда, не полностью. Вы видите, там окошки, просто крыша, ничего интересного. Я вот свечу, думаю, вам хотя бы чуть-чуть что-то должно быть видно. Очень чердак похож на чердак у нас на даче. Помните, мы с Полиной снимали видео, прям один в один. Так, с другой стороны снимаю. Блядь, ты чё, дебил? Это Максим. Это Матвей. Извиняюсь, вырвалась. Это было жестко, чувак, очки упало. Ребята, это была его идея, я был против. Не, чувак, ну где ты меч подставляешь жестко? Какая моя идея? Это была наша идея, ну как бы совместно. Кто тебя ругает, пианино? Вот это какие-то пробирки висят. Просто пробирки. Без шутки. Вон зеркало. Реально. Всего зеркало съемка. Слушайте, вот в зеркала я бы на заброшенных не смотрела, конечно. Да что-то нарисовано, наверное. Написано. Смотрите, тут все такое. Такое под выступление, ребят, в школе. О, господи. Ну. Роза одна. Чуваки. Хорошо, она... хоть не две. Погоди, она типа искусственная? А искусственная для чего делают? Чем для похорон. Я тебе говорю. Мы находили фотки гробов, сейчас искусственные цветы здесь. Это как-то связано, возможно. Возможно. Все, смотри-ка. Господи, вот я бы это увидела, ребят, я бы офигела, если честно. Вообще, нет. Пойдем. Ребят, посмотрите, какие длинные коридоры. Прям с ума сойти можно. Пойдемте туда. Пошли. Вот сюда, в комнату налево. Ребят, там человек. Человек. Там бомж спит. Подожди. Человек спит, просто спит. Жестко. Пошли, хуй, смоком слышишь. Чувак, ты чё? Это прикольно. Не надо, не надо. Мы спросим просто... хотя бы, что здесь находилось. Не надо будить. Буду спить тебя, это его жилье. Пожалуйста, не надо будить. Я говорю то, что мы чё, этого, по-любому. Надо просто рядом походить. Ничего не сделать, не волнуйся. Пойдем. Как ничего не сделает? Знаешь, он в лесу находится, не надо, пожалуйста. Просто пистон. Здрасте. Вы тут живете? Не кидайтесь, пожалуйста, не кидайтесь. Мы не обидеть вас пришли. Мы тут просто как заброшку исследуем. Мы просто смотрим, что это за место. Вы пошли отсюда, щенок. Нет. Вы? Мы пришли просто узнать. Как вас зовут? Пошел отсюда. Как вас зовут? Подождите, мы с добром, мы не будем обижать вас. Мы там, если что, сюда даже там как-то несем, нам тяжело. Да. Мы просто как исследуем здесь. Ну извините, что мы вас разбудили так. Как вас зовут, расскажите. Извините. Проснитесь, пожалуйста. Ребят, все, пойдемте. Пойдемте, пожалуйста, да вдруг это наркоман какой-то, пожалуйста. Я это просто старичок, я просто живет здесь. Так это не нужно, конечно, не нужно. Так, мы глупо делаем, на самом деле. Пожалуйста, нет, все, просто, ребят. Может, мы раз... Нет. Пойдем, чувак. Пожалуйста, все, пошлите. Быстро куда-нибудь, я прошу вас, давайте просто уже отсюда уйдем. Да все нормально. Так, тут
две кровати, смотри, вообще тут как квартира. Это детская. Это детская. Это как детская. Посмотрите, сколько тут документов, смотри. Документы разные. Ребят, смотрите, тут прям как... Тут двуспальная кровать, ну, в плане двухъярусная. И тут что-то делали, что-то прям реально изготавливают. Посмотрите, как будто бы. Что такое, трубы какие-то? Вон там много порванных газет всяких разных. Я вообще не знаю, что это, ребят. Жестко очень. Смотри, чувак, тут что-то строили, видишь? Тут что, да. Ну это понятно, тут видно, что... Тут видно работает. Да, да, да. Организация какая-то. Да, да, да. Пойдемте дальше. Пойдемте. Там гроб. Там гроб, реальный гроб. Там гроб. Я забыла. Ребят, все, я не хочу, Пошли, посмотрим. Я не хочу. Подожди. Пошли, не волнуйся. Да она плачет уже, она же просто плачет. Так. Она просто плачет. Так он пустой, Карин, пошли. Подожди, сейчас мы откроем, потом посмотришь. Ну, пожалуйста, ребята, что вы делаете? Нет. Давай вместе, давай вместе, давай шибем его. Вдруг там кровь реально сидит. Я не пойду туда. Давай шибем его. Нет. Давай же три, раз. Погоди, чувак. Давай. Это не здравая тема уже. Это уже гроб. Не надо трогать, пожалуйста. Ну, посмотреть-то надо, не что надо там? Смотреть, что там. Не надо, пожалуйста, смотреть, что там. Тут реально гробы делали, походу. Нет, давайте, пожалуйста. Инструменты, станки. Не надо, пожалуйста. Давай я постучу, просто постучу. Нет, не надо. Погоди, тихо, тихо. Нори. А, стоп. Не надо, я... Все, можно. Он пустой. Посмотри, вот смотри, вот. Все, все нормально, Карина. Он просто пустой. Да, это не здравая херня, чувак. Гробы. Нам, блядь, ну, гробы. Ну, фу... Пора уходить. Мне кажется. Давай вырвем дверь. Нет, чувак, мне уже плохо. Чувак, давай вырвем дверь, иди сюда, она довольно тяжелая. Вот, ты можешь успокоиться? Нет! Ребят, я же говорила, что это какой-то наркоман! Подождите. Я говорила, что это наркоман! Он душевно больной, ты же видел эти фотки? Я сейчас здесь просто выйду. Какие-то ненормальные люди, сумасшедшие. Я хочу бежать отсюда, пожалуйста, куда-нибудь. Погоди, не лезь туда. Да не выпивай, слушай, все дверь открой. Окна, окна забиты, погоди. Дверь, погоди. Чувак, погоди. Блядь, да нас заперли в заброшке. Нам адекватно надо рассудить. Нас заперли в заброшке. Да все нормально, мы выйдем, Карин. Нет. Давай сейчас просто в дверь будем высекать. Нет. Я боюсь уходить, почему-то. Очень страшно уходить, очень страшно уходить. Нет, я туда не пойду. Очень страшно уходить, дай фонарик, чувак. Погоди, Карин, ты не пойдешь, мы побежим. Я не пойду туда. Мы побежим. Мы сейчас просто резко выбежим, где ты? Это где мой телефон? Где мой... Ребята, у кого мой телефон? У меня вот, у меня вон карман уже поедет. Блядь, да что же такое-то? Подержи, пожалуйста. Не дай бог, я телефон потеряла. Боюсь от двери. Ребят, ребят, телефона нет моего нигде. Мы сейчас пойдем по тому пути, по которому мы шли, его найдем. Нет, я все, я потеряла телефон. Нет, ты можешь не увидеть ничего. Карин, сейчас мы должны побежать, реально. Пойдем, Карин. Подожди, вдруг он тут где-то. Карин, а ты его доставала где-то? Может, сфоткала, снимала? Я с той заброшки я снимала. Короче, смотрите, как мы сейчас сделаем. Тут быстро бежать. Давайте в окно, 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 в окно. Пожалуйста, в окно. Смотри, оно забито полностью. Смотрите, какой план. Мы сейчас должны просто стартануть очень резко. Очень резко, просто под фонарики и все. Если мы будем идти медленно... Выехать. Просто выехать. Нож в руках у нас прыгнет просто. Мы должны просто быстро. Чувак, это не уже тоже бред какой-то. Пожалуйста, быстро тогда. Блядь, прям сразу просто на ноги выход. Трясут. Я чё, у меня сердце бьется, просто адреналин. Давайте просто сейчас как резко тогда просто берем, бежим. Сразу на выход. И в ту заброшку. Пожалуйста, сразу в ту заброшку.
сразу. Смотри, мы сейчас побежим по тому пути, ты, возможно, найдешь телефон там. Побежали, все, пожалуйста, быстро. Ты готова? Да, быстрее. Ты готов? Быстрее, пожалуйста. Ладно, побежали, давай. Сейчас поедем, ребята. Быстро найти. Бегай! Очень осторожно, блин! Пожалуйста, быстрее!